Хотите создать семью? Сначала в школу. В школу молодая семья. В Стерлитамакском отделе ЗАГС еженедельно с будущими семейными парами встречаются врачи-генетики, представители социальных служб и психологи. В этот раз в школу молодая семья пригласили служителей духовенства и юбиляров семейной жизни. Ильгиз и Регина станут мужем и женой через несколько дней. За 2 года знакомства пара много поняла о ценности своих отношений, но знание это так мало для крепкой семьи. Нужно что-то еще, нужно знать больше и советов проверенных. С такими делились гости школы «Молодая семья». Будущие супруги заметили, что самое частое в беседе – пожелание сохранить. Ну, сохранение семейного очага, семейных ценностей, благополучия, счастья. Ну, всего самого такого хорошего, что должно быть в каждой семье. Забирова в браке 60 лет. Посоветовали парам не завидовать другим. Кадырова поженили 6 лет назад. Считают, супругам надо сначала слушать друг друга, а потом всех остальных. И жить отдельно от родителей. Отец Евгений напомнил, любить значит отдавать. Решат Хазрат посоветовал будущим женам делать из своих мужей авторитеты для детей. Смириться с разницей во взглядах и разбросанными по всей квартире вещами еще до ЗАГСа. Пары должны решить, готовы ли сделать все, чтобы сохранить семью. Ответить лучше сейчас. И советы взять на заметку. И в горе, в радости, не, как сказать, не ругаться, все время быть вместе, находить компромисс, как сказали. Ну, решать все проблемы вместе тоже. Ну, нужно уступать всегда друг другу, уважать. Самое главное, чтобы была любовь и хорошие отношения. В школах для молодых семей не бывает перемен, а в семейной жизни пусть будут, но только к лучшему. Пожелали учителя влюбленным и немного посерьезневшим женихам и невестам. Анна Пугачева, Владислав Щетинин, Стерлитамак, служба новостей.